Карагандинской области благоустраивают город Приозерск. На реконструкцию набережной Балхаша выделено 70 миллионов тенге. Здесь проложили новые тротуары и провели освещение. Оборудовали детские спортивные площадки. По программе озеленения посадили деревья. В дальнейшем здесь планируют открыть этноаул. Наша цель – создать комфортные условия для отдыха горожан и туристов. В прошлом году мы провели аукцион на свободные земли. Участки выкупили 5 предпринимателей. В этих местах планируют построить санатории и гостиницы. В прошлом году Приозерск посетили около 2000 туристов. Налоговые поступления составили 95 миллионов тенге.